Украинская сказка об убитой сестре. У мужа и жены были три дочери. Две некрасивые сестры, а одна младшая, очень красивая. К ней сватаются молодцы, убиваются по ней. А старших никто не хочет, даже не спрашивают. Поэтому решили две некрасивые сестрицы свести красивую в могилу. Позвали они ее в лесочек по ягоды, а там, мол, в лесочке отдохнуть и прилечь поспать. Сестра-то и согласилась, а кладет уставшую голову одной из сестриц на грудь. А когда заснула, они ее и порезали ножом по горлу. Там и бросили в лесочке, посыпав листочками. Воротились две злые сестрицы домой, а отец и мать спрашивают их: «Где же третья сестра? Где же наша дочь-красавица?» А они в ответ: «Ой, тятя, лесничий прогнал нас из леса. Все мы побежали, и сестрицы разминулись. Скоро и она воротится». Ждут уж день, ждут уж ночь отец и мать, а дочери все нет. А тут через лесок проходил слепой лирник и споткнулся обо что-то большое и решил, что это овца погибла в лесу. «Вот и славно», — обрадовался старец, — «теперь будут у меня хорошие струны из внутренности овцы», — и выпотрошил мертвое тело. Берет те струны старец, натягивает на лиру, чтобы узнать, как они будут играть. Тут лира и запела: «Мало-помалу, дедушка, играй, сердечко мое слабое, потому что у меня две сестрицы, обе сгубницы. Они меня потеряли, как по ягоды ходили, в сердце нож всадили». Старый диву дается, как хорошо играет лира, и пошел с ней в деревню. Приходит к людям, садится дед играть на лире, тут она и снова запела: «Мало-помалу, дедушка, играй, сердечко мое слабое, потому что у меня две сестрицы, обе сгубницы. Они меня потеряли, как по ягоды ходили, в сердце нож всадили». Соседи побежали к отцу сестры-красавицы и приглашают его к себе в дом лиру чудную послушать. Отец убитой девушки услышал, подивился, просит у деда его инструмент. Берет в руки лиру, а та ему в ответ: «Мало-помалу, тятенька, играй, сердечко мое слабое, потому что у меня две сестрицы, обе сгубницы. Они меня потеряли, как по ягоды ходили, и в сердце нож всадили». Тут позвали и мать сыграть на лире, и запел инструмент: «Мало-помалу, матуся, играй, сердечко мое слабое, потому что у меня две сестрицы, обе сгубницы. Они меня потеряли, как по ягоды ходили, в сердце нож всадили». Все заплакали. Отец велит и сыну прийти: «Пусть заиграет, надо узнать, что и ему лира скажет». Сын приходит, берет лиру, крутит за ручку. Лира снова пищит жалобно: «Мало-помалу, братушка, играй, сердечко мое слабое, потому что у меня две сестрицы, обе сгубницы. Они меня потеряли, как по ягоды ходили, в сердце нож садили». Сын испугался, швырнул лиру об землю, она-то и рассыпалась. А из щепок ее появилась высокая, чернобровая, черноглазая девушка-красавица, еще красивее, чем прежде, то была его сестрица. Уж все ликуют, старца всеми почестями одаривают, а две сестрицы отныне под замком сидят в темнице. Thank you.